Всем привет, друзья! Это снова Секреты Green Day, и с вами снова на связи Крафт Шоу. Меня зовут Энджи Рамон, это Тюна Маф, а это Рич Маквуд. Здрасте. Мы, друзья, в тот раз померли. Я вот не знаю, да, это было, скорее всего, на записи. И, в общем, на этот раз мы готовы. У нас фулл хипе. Да, у всех же фулл хипе. Я тогда не умер, я исчез. И, в общем, готовьте, погнали, давайте. Растворился. Как можно быстрее добираемся до следующей станции. Слышно, как у Тюны получается. Нет. Не туда. Я тоже не туда. Я туда. Во, все, я на месте, ребят, давайте. Я бегу, никого нет. Буду искать хипе. О, нашел хипе. Я живу. У меня все нормально. Но что? Жду вас. Где ты ждешь? Я уже вперед пошел. Ты уже впереди и все. Да. Как ты через грибы прошел-то? Как ел. Боже. Не можешь победить, потребляй. Хп. Как оно быстро заканчивается, боже мой. Пнем немножечко. Пожалуйста, чуть-чуть осталось. Да. Ты добрался? Да. О, боже, да, я тоже. Выход. О, я на месте. Дышим. О, можно дышаться? Жесть, конечно. Господа. Так, подождите, надо подфармить. А можно не налетать на мои кристаллы? Я их уже занял, все, отойди. А это обычные кристаллы. Блин, а здесь нет хипе. Красные надо, возвращаемся обратно. Да не, все, добрались. Так, а это где... Это слушай, уже новая локация, в которой мы не были. Я пристрастился к тому месту, я бы еще побегал. Там кислота. Я хакер. Ты так себе это представляешь. Я, кстати, тоже. Ты уже все почитал? Там дальше еще там нечего читать. А вот тут можно почитать. У меня голова начинает кружиться. Окей, популярность трюкового фейзинга не так быстро распространилась, как нам бы хотелось. Мы как-то совсем забыли, что у обычных людей нет фазовых штампов, что означает, что они вовсе не могут пользоваться нашими дисками. А с другой стороны, законы насчет фазового штампования немного упростили, так что у нас теперь есть возможность ставить штампы простым гражданам. Все верно. Трюковой фейзинг наконец-то станет популярен. 2401 будет самым лучшим годом. Какие-то штампы, да. Какие-то фейзинги у них там. Я вообще не сомневаюсь. Самый лучший год. Теперь пора разбираться, куда, мать вашу, мне нужно лететь. Так, через справа я прошел немножко ниже. Я вообще на начало вернулся. Оп. Я... Нет, я продвигаюсь. Фач! Слушай, дальше жесть какая. Мне бы пройти эту карусель. Карусель, кто успел? Кто-то сель. Так. Вот я сейчас сомневаюсь сильно. Но мне такие пазлы нравятся. То есть... Нет, они прикольные, конечно. Это прикольные пазлы, да. На реакцию, на внимательность. А? То есть на все то, чего мне не достает. Обожаю такие пазлы. Хватит толкаться. Да что ж такое-то? Я попал! А теперь что? А теперь... Да, детка! Так, хватит толкаться. Не хватает места. О, есть. Так, кто куда просто сейчас разлетелся в разные стороны. Да, куда можно вообще попасть здесь? Нет! Он так быстро улетает в сторону просто, вот эта штука. Я все время тайминг не могу понять. О, отлично. О, я придумал куда. Дэм, там можно прикольно, слушай. Есть, хей! То есть там надо попасть в отражатель, да? Когда по кругу крутишься. Я придумал куда, но промахнулся. Когда по кругу нужно попасть в нижнюю платформу, которая смотрит вверх. В нижнюю платформу? Да не, это и там просто есть отражатель еще интересный такой.
Попадаешь в нижнюю платформу, которая смотрит попадаешь вверх, в эту штуку? У тебя все будет. Я вот не попадаю в эту штуку. Смотри, как Тюна творит. А, это Рич улетел. Это, а теперь думал... смотри, оп-оп. Ну да, я увидел, смотри. Да. Оп-оп-оп. Оп-оп. Как ты это делаешь? Ты как-то заранее вообще намного летишь, и у тебя получается. Я не понимаю. Ну, это так отображается. Вы мне тоже некорректно отображаетесь. Вот поэтому смотри, вот в эту нижнюю. О, да. Ты видел, как это красиво получилось? Я вижу всякую летающую ерунду, да. Я на месте. Надо хп. Дайте хп. О, я чуть-чуть получше себя чувствую. Вот Тюна, как себя чувствует? А теперь от какого зеркала отпрыгивать? Так, сейчас, да, сейчас я посмотрю. Ты где висишь сейчас? Вот, в нижней, которая вверх. А, Рич, это далеко не все, если что. От правого зеркала. Правое зеркало. Рабна. Ребят. Сейчас Тюна придет. Я тут какую-то перемотку времени нашел. Эй, спокуха. Смотри. Ну-ка. А, что-то оно не работает уже. Только что крутилось, уже не работает. Это я пришел. Я, по-моему, поломал эту фигню. Блин, слишком рано. Мог бы подождать немного. Рано, Тюна! Тюна! Пойдем с тобой летать дальше. Да подожди, тут смотри, видимо, лабиринт. Нам надо что-то придумать. Ну-ка, давай. Взлетай. Это было очевидно. Привет. Вот, смотри, какая-то штука. Да. Она крутилась, а теперь не крутится. А, потому что надо сначала передвинуть, потом же эти, да. Ты вот так вот встаешь, и типа оно. А, обратно. Это же перемотка пазла. Все, точно. Нам надо собрать вот этот вот кристаллик или что сделать? А что. Вот смотри. Единственное, что мы можем сделать, это воткнуться в стену. Вот так. Пока что. Да это понятное дело, а какую фигуру нам тут надо собрать? Походу, которая справа. Да нет, она так и собрана. А, если мы их сейчас будем передвигать, то и все те будут... Да, вот, все, дошло до меня. Так. Значит, дай куда? Ну, чуть. Смотри, представь, что ты запускаешь луч света в зеркало, и все. Ну и вот, и куда нам нужно этим, да, попасть. Ну, попасть нам нужно на вот эту штуку, которая левитирует справа, зеленую, да. По-любому туда надо попасть. Я думаю, что вот это надо сдвигать вниз. Это казалось очевидным. Но все остальное куда надо сдвигать? И как это сдвигать? Ну смотри, нам нужно освободить, получается, вот этот вот. Рич, ты так стоишь на этой платформе отмены пазла. Давайте я постою. Так, а мы можем ее вверх? Вот эту. О, можем ее вверх. Ну зашибись. Тогда смотри. Так, еще один шаг, да? Нет, хватит. Не, это сейчас не напротив, по-моему, как раз. Это не напротив, нет. Надо выше, давай надо. Еще один. Идти вперед. Но мы таки летим, отражаемся вниз. Там должны вниз, а Тюна почему-то вверх. Потом вот эту штуку. Подожди. Я тогда сдвину сюда. Тюна отражается неправильно. Давай, Тюн, вперед. Нет. Потом ниже. Сдвину ее вот эту сюда. Давай. Подожди, сейчас. Потом вот эту сюда. Я почти это сделал. Интересно, что... Тюн, нажми на кнопочку. Мне кажется, я чуть-чуть тоже неправильно сделал. Фак, подожди, надо перемотать. А как перемотать-то? Нам всем надо перемотать? Да. Ну смотри, мне надо вот эту штуку, вот эту, поставить сюда в угол. Или, ну, не сюда в угол. Ну куда-то, короче, сюда. Так она поместится, ставь. Почему ее?
А почему? А, ну, ты летишь понятно, да. Вперед, вниз, потом отражаешься вправо, потом отражаешься вверх, и потом летишь на эту зеленую штуку. То есть тут же все понятно, как. Кто сдвинул? Кто сейчас сдвинул? Это как раз я почему отменил. Потому что это неправильный ход. Ну, вот и нормально. Ну тогда сейчас просто прямо ее. Не, куда? Я просто отодвинул эту, чтобы она не мешала. А что она мешает? Дай подумаю. Смотри, ну, смотри. Теперь вниз. Вот, да. Теперь эту штуку сюда. Эту вниз, и все, и готово. Там проблема в том, что тюна А, или ты уже правильно. Нет, все, готово. Тюна молодец, уже правильно летит. И попадает. А зачем мы сюда попадали? Потому что игра линейная, и мы идем по коридору, который нам сделали разработчики. Ну просто я не заметила сначала этот проход. Че, прям. Вот и сундук! Вернитесь к Хитриксу. Нас же Хитрикс попросил последнюю вещь найти. Проект штампования продвигается хорошо, но на данный момент нам его придется отложить. Мы только что от совета директоров получили приказ об экстренной эвакуации. Видимо, там, в тайминге, что-то случилось. Надеюсь, никто не пострадал. Ладно, побежала. Мы точно распространим трюковой фейзинг. Я даю слово. Подмигивающий смайлик. Таня Хоук. Подмигивать. Да, это было жесткое путешествие. Да. О, выход. Да, я помню, что он где-то здесь, но типа... Как вы его нашли? Так, этот парень где-то внизу должен быть. Да. Ну такое себе, знаете, приключенец получилось. Нехилое. Ага. Сколько нервов? Мне кажется, сюда. Да, и наверх, и налево. Вот Хитрикс. Фиксик. Оу. Тиксик. Похоже, вы заслужили этот ключ от запертой две. Три. Фиксик сейчас чихнет. Нет, не чихнет. Ключ. Последняя просьба, клянусь. Счастливого пути. Был рад иметь с вами дело. Хитрикс, чем ты там занимаешься? Весь день с места не двигаешься. Это Главникс. Ты дал слово Гротлинга, что добудешь нам великие сокровища, а на самом деле не сделал ни шагу. Разве моя вера в тебя была напрасна? Спокойно, Главникс, у меня все прямо здесь. Куда пошел? Я до сих пор пытаюсь чихнуть и не могу. Ох ты мой! Это, кстати, занятно. Да это ведь та самая троица потерянных исторических реликвий Гротлингов. Никогда бы не подумал, что до смерти удастся увидеть их собственными глазами. Это невероятный подвиг, Хитрикс. В качестве награды я дарю тебе этот меч павшего принца с атрибутами 500 атаки и 500 магической. Нифига себе. Мне кажется, кого-то стоит завалить. Прямо сейчас. Класс. Жаль, что единственное оружие, которым я пользуюсь, это палки. Пожалуй, меч сгодится, чтобы картошку чистить. Далее, пожалуйста, прими эти ботинки ветра. Они увеличат твою скорость атаки и скорость передвижения на 700%. Ух ты. Я вообще-то обувь не ношу, но эти ботинки зимой, наверное, прекрасно гореть будут. И в конце концов, вот тебе эмблема могущества, которая снизит расход энергии на умения и колдовства до нуля. С ума сойти, представь себе, как бы это кому-нибудь пригодилось, кто колдовствами или умениями пользуется, цены бы не было. И под тарелку тоже зайдет. Можно я ему втащу? Так будет лучше. Бахни его там просто. Бахни его нахер! Скажи мне, Хитрикс, каким образом простой гротлинг, как ты и я, сумел преодолеть опасности вокруг сокровищ? Ты что, смеешься? Конечно же, я не сам ходил. Я просто вон тем балбесам лапшу на уши навешал, чтобы они мне помогли. Ты обманул коллекционеров? Ты обманул членов самой крупной организации континента? Сейчас ему премию выпишет. Да, хвалить сейчас будет. Сука, извините. Это изумительно! Ты доказал, что даже самые лучшие из людей по сравнению с нами полные дуботрясы. Ты великолепный пример для всего нашего сообщества, Хитрикс. Пожалуйста, позволь мне в твою честь устроить пир. Должен сохранять спокойствие.
такой стране. Фас, мешок фас. Давайте смоемся отсюда, ребята, пока я совсем с ума не съехал. Давай. Мило! Милый! У него ботинки, видимо, еще плюс 100% к броне, блин. Опа. Думаю, прекрасно. Думаю, что это и есть путь в тайминг. Сколько времени прошло, а меня все типает. Я пойду проверю. Ёпр... Ребят, тут, короче, дверь какие-то странные. Этот паршивец? Ладно, вот план. Давайте забудем про этот унизительный этап и никогда больше не будем о нем говорить. Как только мы найдем тот древний артефакт, эти гротлинги будут казаться далеким прошлым. А теперь пошли дальше. Зубаки вешеные. Классный ключ, да? Вообще двери потрясающие. Да. Вот это сокровище! Я вот бы мешок это... на голову вам всем надел. Вот это мы старались, молодцы. Смотри, кресты для них. Будем здесь их хранить. Да, я думаю, они уже заранее себе тут все выкопали. А, тут. Ты тут, что вот, думал, тут. Назад сейчас возвращаться будем? Там же указано. Слушайте, ну это реально на тайминг уже начинает походить. Ой-ой-ой, о, смотри. А вот и мост. Прекрасный мост. О, все, мы получили нашу награду, на самом деле. Мы получили путь к таймингу. Неужели не это согласен. Он? Согласен, этого неужели... недостаточно. Ну, пойдемте посмотрим. Пойдемте. Так. Я, типа, это, готов, а вы там... О, воу, это тайминг. Все разрушено. Подождите, не начинай, не начинай. Все разрушено, бум. Да, все разрушено. Друзья, я забыл сказать, что на тот момент, когда мы пишем эту серию, вышло новое обновление для секретов Гриндей, и кое-что появилось. Кое-что зацените. Вари-А появилась новая ветка. Это у нас навыки поддержки, саппорт, короче, скиллы. И у меня забрали мой щит. Вроде как... Сволочи. Где он был-то, я не помню, он где-то был. Да не было его, забудь. В общем, где-то он здесь был, у меня его отобрали, этот навык, и, в общем, дали мне 3 скиллпоинта. Я, недолго думая, вкачал могущество. Наполни себя или союзника силой на некоторое время увеличивающую атаку и магическую атаку. И выглядит это вот так, сейчас покажу. Готовы? Меня. Но и у нас есть главный разрушитель в нашей команде. Иди, покажи им! Давай! О-хо-хо! Ну где там? Бочки тебя боятся. А мешки нет. Чё-то ты не очень показываешь, на самом деле. Да, отстань. Заблудилась, подожди. Она тут первая. Я впервые тут. Вот, и помимо прочего, здесь еще добавили. Клинок жнеца создает на цели клинок, набирает силу от нанесенного урона и вскоре обрушивается на цель. А есть стазис, можно заключить в ловушку какого-нибудь соперника, но я более чем уверен, что на боссов это не работает, не действует, поэтому я такой качать не буду. Меня интересуют только боссы. И вот что на боссов действует, то я и хочу брать. Провокация. Блинк. Медитация для ускорения регена, но на самом деле это регенерация энергии, просто переводится здесь, ну просто потрясающе. Барьер, защитит тебя союзника от вражеских атак, прям защитит, то есть тут барьер, который прям неуязвимость тебе дает на пару ударов. Могущество, ускорение, ускоряет скорость атаки и скорость магической атаки. И тот самый щит, который благословляет меня или союзника, на некоторое время повышая броню, регенерацию энергии и восстановление щита. На самом деле это даже круче, чем тот щит, который был, потому что теперь он и энергию тебе будет восстанавливать еще к тому же. Так что здорово, здорово. А ну-ка, тут статуя какая-то. Тут, кстати, действительно ограниченное пространство. Ну, с какой стати тебе вечно тянет лапать каждый подозрительный штуковина на пути? По крайней мере, в этот раз это всего лишь статуя. Что уже и делать, взрываться, что ли? Да, естественно, так оно и есть.
Опс, я, ой, Ты нас озвучивай. Глупцы, которые посмели меня пробудить ради будущего и в честь всех павших, здесь вам конец. Помните, я говорил про скиллы, которые меня интересуют исключительно против боссов? А может, договоримся? Наверное, да, не договоримся. Готовьтесь к битве, ребята. Проклятая... Это, жрица, вот. Ребят, покажем! Иди, покажем! Давай! Вали! Покажем! Так, ну надо, как всегда, убить что-то мелкое. Да, нет? Так. Плохо. Внутри плохо жить. Внутри как раз таки наоборот и надо жить. Я там где-то застрял только что. Так, значит, вы можете прочувствовать всю силу времени сейчас. Почему у меня нет хилок? Почему у меня нет хилок? Не очень-то. Вот тут проход есть. Я просто пытаюсь кастовать, типа бафнуть вас и одновременно уйти от атаки босса. Проход поменялся. Что это дело? Но он постоянно меняется. Ай-яй-яй. Это нечестно. А тут где-то можно хпшечкой разжиться? Было бы неплохо разжиться хпшечкой. Мне кажется, надо ее избивать, да, чтобы она перестала это делать. Проход! Уходи! Я не готов к такому боссу, перестаньте! Где? Уходим! Я хочу жить! Так. Нет, это плохая идея! Когда это закончится? Мы, по идее, в этот момент должны ее избивать, да, как бы? Да, Не-не-не, я тебя с собой все время путаю. Бейте! Проклятую жрицу! Пока! Тим, давай друг друга будем это... воскрешать. Мало хипешки мало. Стой на месте, ты успеешь. Хорошо, дальше. Тихо. Тут надо коридор правильно выбрать, и тогда, да, нормально будет. Дэм, шарик, нифига себе. Давай. Но как-то мало ее избили. Опять надо, знаки какие-то пошли. Надо лучше стараться. Лучше стараемся. В общем, надо быть ловким, сильным, умелым. Сообразительным. И не терять себя. Рич, ну сбивай щиты ты ей, у тебя быстрые атаки, короче, вот, да. Давай. Какие-то штуки летят! Куда они летят? В нас! Я помер! Это отвратительно. Но пол столба снесли, неплохо. Просто она постоянно что-то кастует, тут нет... Да, тут... вы что там стоите? Нет. Тут практически... Практически нет окон для нормального вноса дэмэджа в босс, к сожалению. Я вот... То есть тут надо уклоняться и бить в это время. И это что-то совсем жестко. Ну, я думаю, сейчас мы справимся. Прям сейчас, да? Да, мы готовы все. Все уже знают, чего ждать. Подожди. Надо на себя щиты бросить. Погнали. А какой стать у тебя вечно тянет, по крайней мере, бла-бла-бла. Я старт зажал. Давай. Жду вас. Ребят. Рич! Жду вас. Рич. Рич не знает, где у него старт. Все, я понял. Эскейп я нашел. Так, окей. Смерть. Смерть. Всем, но не мне. О, спасибо. Вот это было мило. Это мне действительно понравилось. Ну я тебя бафнул. Да. Я знаю. Ай-яй-яй-яй. Не успеваю. Ай-яй-яй. Не успеваю. Слышь, я не понимаю, где я?
Больно! Надо будет в следующий раз покраситься. Почему так больно? Так. Носим, 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 носим. Мухи. Опять летят во все стороны, да? Мухи. Мухи, сволочи. Мухи мои! Мухоморов в лесу полно. Да тут что-то не только это летает. Знаки, знаки, осторожно. Выбегаем! Не успел, я не успел, я сейчас помру. Так. Держитесь, старайтесь возле нее постоянно держаться. Там есть окно для одного удара, вот когда вот здесь стоите, ждете. Ну, для меня, у меня это один удар. Я помер, что ли? Не, я живой. Но это ненадолго. Кастовать мух. А, нет. Так, Рич, вот это сейчас пошла жара. Так, ничего не вижу, не понимаю, не знаю. Тихо. Просто бегите. Тюн, давай. Блин! Давай ко мне сюда. Я пока что в безопасности. Благодарю! Опа. А, чё? Мы оказались внутри. Ай! Я выйти даже не могу. Я призраком выйти не могу, кстати. Так, Тюн, не налетай сейчас на Рича, старайся ему наоборот не перекрывать. Дэм, опять пол столба. Черт возьми. Так, ребята, смотрите. 3-2-1, и мы победили. Ну что ж, друзья, мы вернулись в город, чтобы залезать наши раны и пополнить запасы наших зелий. И так уж получилось. Да, я слышу, что ты очень хочешь что-то сказать. Я сейчас договорю, подожди. Я из-за этого начинаю спешить говорить, чтобы ты не успел меня перебить, понял? Вот настолько ты на меня влияешь сейчас. Ну и, в общем, друзья, дело вот в чем. Мы посмотрели чейндж-логи разработчиков и минимальный требуемый уровень для того, чтобы победить, собственно, этого босса, это 21-30. Из нас, по-моему, только я вот 20-й, Рич 21-й, и Тюна у нас вроде тоже 19-й. Вот, и нам попросту не хватает урона. То есть мы, ну, может быть, до 45% доводим эту жрицу и погибаем. В общем, не хватает ДПС там. Все печальненько. Поэтому, да, поэтому нам нужно затариться, может быть, немножко подкачаться. Но мы кое-кого нашли. Рич, прошу, говори, что ты хотел сказать. Да, ты должен был сказать, а вот и нет. Мы закончили тем, что а теперь мы победили, и ты должен был так. А вот и нет. Но я так огорчился, что забыл. Катарина, что? Вы нашли мне работу? Это же замечательно. А то у меня как раз опять руки чешутся. Ну, помой их, например. Только у меня тут маленькая проблема с Бельмондо. Мне так пить хотелось, что я бутылку воды попросила. Ее нет в меню, но вот я и подумала, что она уж больно дорогой не окажется. Дело в том, что она была очень дорогой, а мне еще чека с оплатой за статую кроли не отдали. А, это она достроила, окей. Бельмондо говорит, что меня отсюда не выпустит, пока я ему за воду не заплачу. Может, вы мне как-нибудь поможете? Бельмондо. Да, что ж ты будешь делать? Вам что-нибудь принести? Блин, чё у него? Почему у него накладной нос? Он не накладной, никто не узнал. Это татуировка. А, вы насчет этой каменотесши. Так я и знал. Все верно, я ее не выпущу, пока она не заплатит за воду. Ладно, сколько она тебе должна? 8200 монет. Ты берешь 8200 монет за одну бутылку воды? Не смеши, сама вода стоит всего лишь 6000 монет, остальные 2200 это проценты за несколько дней. Этот мужик точно был ростовщиком в другой жизни. Ну что делать будем? Если ей из штаба не придет оплата, нам придется погасить ее долги. Не платить. Ну ладно. Да, верно. Может найдется другой способ все ускорить. Я не собираюсь отдавать 8000. Ну, может быть, в штаб сходим. Ну что, платим 8200 монет? Блин.
Ну, у меня есть 122 тысячи. Можно пожертвовать 8 тысяч? Идемте в штаб. Идемте в штаб, короче. Пойдем. Идем, поговорим. Какого хрена? Не, ну что это я буду выкладывать в грабеж? Я не собираюсь поддерживать грабеж, понимаешь? А ты поддержишь меня в моем стремлении поджечь эту халупу? Да. С удовольствием. Или оторвать его нос. Так, это же штаб, да, у нас? Да. Ну-ка, сейчас я тут, короче, это, устрою этим бюрократам. Эй! Кто? Катарина? А, верно, каменотёша. Её работа над сатоем ещё не была оплачена? Это, разумеется, не кстати. Благодарю за то, что ты мне об этом доложил. Я немедленно поручу кому-нибудь доставить ей заслуженный заработок. Всё? Видали, как дела решаются? Сейчас я буду 8 тысяч платить вообще. Да конечно. Ты подожди, там еще будут автоматы и тонированные бэхи. Где там этот чайный домик? О. Куча входов. О. И выходов. Еще раз привет. Вы знаете, а я только что получил свой чек, а теперь я опять свободный и полностью готова попотеть. Так, значит, вам нужна моя помощь с каким-то кристаллом внутри цветущей горы. Я думаю, это будет не проблема. Тогда давайте встретимся там, ладно? Ладно. Но я смотрю, ты не спешишь, да? Ты не спешишь, Катарина. Она не допила, подожди. Что ж, друзья. Она дорого заплатила за это. Я думаю, что в следующей серии мы встретимся с КТА. Или вы хотите сейчас встретиться с Катариной? Мы по ней уже соскучились. Вариант, я уже думаю, ну сейчас опять бежает туда. А где-то кристалл был. А где он? Где он был? Нет, лучше, по-моему. Елочка. Я просто буду наслаждаться этим прекрасным искусством. Ладно. Голая женщина — это прекрасное искусство, если что. Кто помнит, где этот долбанный кристалл? Кристалл! Может быть, здесь наверху и направо? Нет, здесь пазл с драконом. До которого мы еще не добрались. Черт возьми, где кристалл? Он внизу, вроде бы. Потрясающая курица. Как ее там звали-то? Бельмондо. Это там пушистокрылка, по-моему. Не слева. Не, подожди, это разве не выход? Нет, не выход. Тём, ты привела нас непонятно куда. Сейчас мы здесь помрем. Вот он, тут, справа. Оу. Я разберусь. Так, ну сначала с Катариной поговорим. Блин, этот кристалл невероятно прочен. С обычными инструментами это может и несколько недель занять. Слушайте, а может вы мне что-нибудь покруче изготовите, если дадите мне долоту из кристалла, и я тут мигом справлюсь. То есть кристалл кристаллом... Ну, может быть. Нужно всего лишь скомбинировать кристаллы кружуков и обычные кристаллы. Вот и все. Да, все там. Долото из кристалла. А ну, что этот мужик скажет? Мужик, Степа убежал, черт возьми! Нужно быстро кого-нибудь вместо него послать. Надеюсь, надсмотрщики не услышат. Эй, ребят, неудобно об этом просить. Не могли бы вы передать ему от меня сообщение? Передайте ему, что нам больше не нужны его услуги и что ему придется искать новую работу. Ты просишь детей вместо тебя кого-то уволить? Ты прав, это совсем неадекватно. Неадекватно. Да. Как я мог? Конечно же, я сам пойду... Не-не-не-не, ты не понял, мы, конечно же, согласны. Это будет за долгое время самый приятный квест, в котором я участвовал. Считай того мужика валеным! Ну, если ты настаиваешь, я не знаю, куда он убежал, но не думаю, что он далеко. Каким-то образом задача передать Стёпе эти плохие новости стала твоей. Ты там это с ним полегче. Окей. Так, подождите. Что-то затягивается прощание у нас уже со зрителем. Ага. Рецепты. Долото, да? Какое-то долото. Как... Во. Долото из кристалла. 30 кристальной крошки. У меня есть 22. И 3... 3 больших кристалла каких-то нужно раздобыть. Это из вот этих крутящихся чуваков нам нужно добыть, получается, да? Насколько я понял. Как она сказала. По квесту. У меня есть 30 крошки. Но так или иначе, 3 больших кристалла ни у кого еще нет, правильно?
Да. Это главный вопрос сейчас, как бы. То, что крошка есть, это понятно. Мы тут крошили только так. А где Долото? В какой? Во всячине. Поэтому, друзья, ага, мы отправимся за этим самым Долотом. За Долотом? Долоту? За Долотом. Ну, короче, за этим инструментом за в следующей серии. Да уж, друзья, это был MG Ramon, Richard Code, Tunama в Minecraft Show, и мы говорим вам... Пока! А вот и нет. До свидания!